Друзья, я нахожусь в Величатику, в этом городке опять. Здесь сегодня праздник местный этого городка. Поэтому я хочу немножко поснимать, показать, как вообще представлен этот праздник в Величатику. Поэтому надеюсь, что мне удастся что-либо прихожу на итальянский, здесь поснимать. Вот это церковь местная, Джорно. Поэтому сейчас мы вам покажем, что здесь представлено и как. Так, отключаюсь, дорогие друзья, здесь покажу вам, как представлено вообще это фест, этот праздник в этом месте. Видите, как для детей. Видите, как рисунки здесь. Джоко и Пиноккио. Таким образом проходят праздники в Италии, в городках. Практически каждый городок имеет свою фесту такую, такой праздник, где размещаются такие вот народное творчество, которое представлено всевозможными и поделками, и всякими этими вкусностями. В основном сладости продают традиционные какие-то. Показывают какие-то спектакли, так, играют, вот, понимаете, как, видите, молодые люди играют, что-то там, ну, вот так вот представлено это все, да, местные жители, здесь, кто живет, дома здесь, квартиры, конечно, им весело в эти моменты, потому что поток туристов не заканчивается. Кто здесь посещает эти места, очень любит такие праздники. Практически в каждом месте здесь что-то да где-то как бы представлено. Где-то традиционная итальянская кухня. Вот сейчас сюда зайдем. Здесь представлено вот так вот. Значит, здесь кормят практически вот такими вот национальными блюдами какими-то на перехвате люди, да? Ну вот так живет этот городок такой жизнью, вот в такой вот свой национальный какой-то маленький, не национальный, а какой-то вот именно местный праздник. Сейчас пройду, покажу вам вот сюда. Здесь, наверное, какой-то маленький ресторанчик такой, вот такие здания. Смотрите, здесь вот, например, кушают люди, заказывают что-то. Ну, такой вот с 5 часов вечера начинается, и в основном они гуляют до победного. Часов до 10 вечера, наверное, точно будет это праздник. Все веселятся, счастливы и спокойной жизни такой живут, да? Так, дорогие друзья, отключаюсь. Надеюсь, вам показала немножко что-либо в этом городке. Браво, Донато! Итак, дорогие друзья, аперитив – дело привычное для итальянцев. И, значит, бары у нас присутствуют везде, повсюду. Поэтому я вам покажу маленький паб, корнер паб называется, который находится в Величатику. Ну, это такой вот, значит, паб,
Паб, я понимаю, как вам объяснить? Ну, бар, типа такого паба вечернего, который оформлен в стиле винтаж. Там вот проприетарио работает, да? Значит, ну, вот в таком стиле оформлен этот паб. Смотрите, такая красивая, такой холодильник у него в стиле телефона, да? Вот в таком красном стиле оформлен этот бар. Смотрите, как красиво. Такая картина. Немножко вам покажу, как оформлен этот бар. Это проприетарио, Джек Данис, та-та-та-там, пара-па-па-па. Смотрите, какие удобные диванчики. Удобные. Здесь можно, ну, конечно, со временем они, естественно, пообнашиваются. Вот в таком, видите, как в таком стиле диванчик оформлен. Типа как машина тут такая вот. Вот в таком стиле оформлен этот бар. Конечно, очень оживленно, все разговаривают, шумно. Поэтому так у нас здесь. Так, дорогие друзья, отключаюсь. Смотрите, какая здесь красота. Но как здесь вот вам не показывать это все? Это мы приехали с друзьями. Даже не с друзьями, получается, это родственники. Это Куджина, Дарья, моего мужа. Покушать пиццу. Смотрите, я вот прямо как вкопанная тут стою. И не могу налюбоваться. Смотрите, вот она. Такие горы здесь, да, Апеннины. Я вас все по горам вожу. На море мы еще не съездили, к сожалению. Но думаю, что и море мы увидим, дорогие друзья. Не переживайте. Отключаюсь, дорогие друзья. Такая вот пиццерия, дорогие друзья. Все просто. Какой-то корабль тут. Не знаю, но в горах. Пиратка. Так вот выглядит это острее пиццерии на улице. Простенько, вы знаете что, но зато с таким видом шикарным на горы. Вот это вот Кастелло, помните, я могу сказать Кастелло, а? Это Сапера